воскресным днем поздравляем вас, дорогие братья и сестры, принятием тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Свет глазам вашим. Способность видеть — очень важное умение христианина. Потому что мы слышим слова из Писания, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Христос есть солнце правды. И мы призваны ходить в свете Его заповеди, который есть источник света. Господь в сегодняшнем Евангелии обращает наше внимание на это качество, способность видеть. Потому что Он увидел. И на детской проповеди я обратил внимание, что другие синоптики, евангелисты и евангелист Иоанн Богослов не содержат этого повествования. Потому что для евангелиста Луки крайне важно показать, что Господь пришел для всех. Он пришел посетить народ свой и всех сидящих во тьме. Потому что если брать контекст этого Евангелия, то дальше мы слышим слова, что весть об этом разнеслась по Иудее, по всем окрестностям. Нельзя скрывать источник света под сосудом в незримом месте. Господь расточает в буквальном смысле дары любви. И видение, с одной стороны, нужды ближнего, с другой стороны, видение человека, как он создан, как он по образу и подобию сотворен, это способность наша, человеческая. Мы часто кичимся своими знаниями и дарами, и обетованиями, которыми обладаем как христиане. Но есть народы, далекие, казалось бы, от Христа, но так глубоко мыслящие и богословствующие, что нам стоит поучиться. Вот одно из племен африканских, зулусы, содержит такой очень интересный обычай. Их приветствие, я точно воспроизвести не могу на языке оригинала, да? Приветствие звучит так, что я вижу тебя, я принимаю тебя такой, как ты есть, без остатка, со всеми изъянами и достоинствами, со всей болью, которая у тебя есть в сердце. То есть как это? Как вот люди, вроде бы далекие от Христа, могут так рассуждать? От Господа, видимо, знание им такое дано. А ответ, когда тебе так обращаются с приветствием, с поклоном, да? Вот, человек отвечает: я счастлив, что ты меня видишь, что ты делаешь меня живым, что ты делаешь меня способным существовать. Причем, когда человек приветствует другого, очень важно посмотреть в глаза. И не просто так мельком. То есть достаточно долго и глубоко, чтобы человека обнять своим взглядом. Вот такое вот удивительное умение и традиция, и вот что-то христианское, так скажем. Вот, поэтому видеть детей, видеть родителей, видеть супругов, видеть человека – это шаг к принятию, шаг не к осуждению. Может быть, поэтому мы осуждаем, потому что мы не способны видеть. Потому что мы не способны человека принять без остатка такой, какой он есть, чтобы помочь ему врачевать его боль. В этом же племени, возможно, вы тоже этот рассказ слышали, да, если кто-то провинился, если кто-то накосячил, его окружает круг любящих соплеменников, и все ему повторяют это слово, что мы видим тебя, мы принимаем тебя. Вот. И человек, не знаю, психотерапия, как еще это назвать, да,
Человек успокаивается, понимает, что он все равно, он свой. Его не, никто не осуждает, его никто не гнобит, никто не изгоняет из племени. Его готовы, так же, как и всегда, любить, прощать, жалеть, принимать как своего. Ну, у нас такой традиции нет. Хотя в христианской общине есть такая возможность. Мы тоже собираемся в круге. Мы тоже собираемся в круге. Это круг Евхаристии. Мы тоже собираемся, мы все друг другу говорим похожие слова. Мы говорим о том, что Христос посреди нас. Мы говорим о том, что ради нас Господь заклан. Для того, чтобы мы с друг другом соединились неразрывно. Хочется подчеркнуть вот этот опыт и обновить зрение своей души, чтобы смочь увидеть и услышать и исполнить то, о чем говорит Христос. Потому что способность видеть совершенно естественно рождается в нашей душе. И желание, и готовность, и умение, и способность совершить дела милосердия и любви. Потому что часто мы не способны на настоящие дела милосердия, потому что мы просто не замечаем. Знаете, можно даже сделать доброе дело, но человека не увидеть. Потому что сделать для себя. Я делаю доброе дело. Отойдите все в сторону, я сейчас делаю дело милосердия и любви. Я причиняю добро ближнему. Вот. А может быть, этому человеку гораздо более важно было, чтобы мы на него обратили внимание. Вот. Пожалели его. Вот. Просто были с ним. Соприсутствовали в его радости и в его страданиях. Милостью Господа нашего Иисуса Христа, да, преуспеем мы в этом важном качестве христианства. Благодарю всех вас.